DLC «Война за Ваканду». Давайте-ка, от 1 до 4 игроков, хорошо. Инициатива «Мстители». Ну нет, нет, в мультиплеере там все равно на кнопки кое-какие нажимать, там просто сам процесс весьма монотонный. Поэтому мультиплеер не особенно интересный. Так, все, я теперь типа в одиночной кампании должен быть. Похоже, они все-таки нормально добавили. Инициатива «Мстителей». Т'Чкала. А, Т'Чала, точно. Помянем, хороший был актер. Жалко, так быстро умер. Так рано, точнее. Путешествие будущего. Что из этого война в Ваканде? Заполярье явно не то. Геликерриер. Восточное побережье, регион. А, тут карта же можно вертеть, точно. Снежная тундра. А, да, кстати, я узнал по ней поподробнее. Она, оказывается, от студии Firaxis. Это же кто XCOM делает. Может, и норм выйдет. Жалко, что только я небольшой любитель играть в это на стриме. О, блин, так шар можно во все стороны вертеть. Так, где, блин, Африка? Так, если это Запорелье, надо, типа, вот так повернуть. И Африка должна быть где-то здесь. Так, это Африка. Да, вот, вот Африка. А вот Ваканда. География. Хоть раз в жизни география пригодилась. Ну как, ты не знаешь, актер, который играл Черную Пантену, умер от рака печени, что ли, или желудка? Жалко, хороший актер был. Теперь я, кстати, даже не знаю, как будет Дисней продолжать Черную Пантеру, учитывая, что актера придется менять. Так, недостаточный уровень мощи. Что-то у меня везде недостаточный уровень мощи, если честно. Ну и как мне это проходить? Плюс 4, это довольно-таки много, между прочим. Вибраниум, искаженный вибраниум. Плюс 4, плюс 4. Плюс 60. Они издеваются, что ли? Ладно, плюс 4 попробуем. Может, я не туда зашел? Блин, ну Ваканды другой не было. Ты имеешь в виду новый Халк или который старый Халк? Я просто не знаю, кто Халка играл. Не, ну я думал, тут нормальные миссии будут, а тут что-то опять то же самое. Блин, ну я в такой не согласен играть. Если это просто миссия мультиплеера, но типа в Ваканде, зачем нам это? Не, ну имеется в виду больше силы, это значит, что у тебя просто либо уровень маленький, либо броня отстой. То есть ты можешь пройти, но заколебаешься. Что-то мультиплеер вообще мертвый. Это же последнее обновление. Видимо, мультиплеер настолько мертвый, что даже в самом новом DLC никого нет. Притом сейчас самый вечер, как бы пик игроков. Кстати, видели в законе, в Китае закон приняли о том, что дети не могут играть в игры больше 3 часов в неделю. Либо больше часа в празднике. Блин, половина состава погибла, обидно. Мне он нравился как Халк. Жалко, блин, я про это не знал. В главное меню зайти? Ну давай зайду в главное меню. Так, меню персонажа, меню паузы. Как выйти-то отсюда? Выбрать задание, наверное. А куда мне заходить-то, блин? Там просто общая карта на самом деле. Да, да, это я слышал. Но она не то, что ушла, она там с ними просто судится. Но я сомневаюсь, что Дисней будет работать с тем, кто с ними судится. Что нам предстоит дальше? Инициатива Мстителя. Ну это Дейлики. Это то задание, которое я вроде как взял. Доступна новая операция. Так,
Часть вторая, фиолетовая стрела, сюжетная кампания. Текущая операция. А, все, я понял. Короче, это текущая операция, вот, операция это, короче, кампании. Вот, часть первого общего сбора это сюжетная кампания. Я ее прошел. Вторая кампания. Фиолетовая стрела какая-то. 17 заданий. Часть третья. Несветлое будущее. Видите, выполнено 0. Выполнено 92%. Мэдисон тупая обезьяна, вот что я хочу сказать. Это глупости. Я имею в виду, что когда вы ребенку что-то запрещаете, для него это становится, грубо говоря, запретным плодом. Запретный плод всегда банит еще больше, чем тот плод, который висит на груше и тебе постоянно перед глазами мелькает. Что за Мэдисон? Да есть один такой кадр с древних времен. Ископаемое, можно сказать. Которому повезло. Привет. Так, окей, сейчас. Что-то неохота мне играть, кстати говоря, за эту... Как она там? Фиолетовая стрела? Я даже не знаю, кто это такой. Давайте лучше Ваканду. Так, быстрый матч. Меню целей. Фиолетовая стрела. Несветлое будущее. Вот война за Ваканду. Выполнить задание, как все начиналось. Просто, походу, когда зашел в сетевую игру, блин, из нее выйти нельзя. Отстой. Где просто меню? Вот, выйти в главное меню. Вулен такой. Ой, у него, кстати, раньше было больше команд, но он просто довольно-таки часто ложно срабатывал и дофига спама было, поэтому я его там подсократил. У него раньше были ответы на, типа, на варианты ответов после слова «привет». Но там слишком общие слова были, они слишком часто срабатывали. Так, короче. Инициатива Мстителей — это онлайн. Операция — это, наверное, сюжетка. И других пунктов тут больше и нет. Есть только еще магазин. Не забывайте. Вообще, мне уже 36. Или... Да, 36. Или 30... Нет, 36 мне, не помню. Разве это важно? Главное, ребята, сердцем не стареть.